Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Вот, и дорога твоя, и все, что прилегает к дому, это все твое. Анапа – территория комфорта, куда намерены вложить призовые деньги победители конкурсов на лучший орган территориального общественного самоуправления. Если бы тебя попозже привезли, возможно, уже бы тебя мы ничего тебе не сделали. Второй день рождения. Своевременная и квалифицированная помощь медиков помогла спасти жизнь анапчанину. И они больше получают необходимых знаний. И самое главное, создается именно такая вот атмосфера для общения. Наука побеждать. Ребята из дружины юных разведчиков учились выживать в экстремальных условиях. Владельцы объектов, расположенных на набережной, готовятся к сезону. Некоторые в этом явно переусердствовали, выйдя за границы частной собственности. Во время очередного обхода набережной глава Анапы Юрий Поляков дал поручение муниципальному контролю и своим заместителям благоустройством вести активнее, а незаконную торговлю пресекать на корню. К Юрию Полякову подошла одна из тех жительниц Анапы, что приезжает в город от сезона к сезону. Взгляд со стороны зацепился за лавочки, есть среди них требующие ремонта или замены. У нас есть такой момент, за период межсезонья там вандалы, негодяи там разбивают, царапают, вырезают на них что-то. Потом идет подготовка к курортному сезону, поэтому мы сегодня здесь и находимся, посмотрим. Спуск от парк-отеля на Нижнюю набережную еще недавно был заставлен ролетами и сопутствующими рынку атрибутами. Торговцев в буквальном смысле разогнали. В таком обычном для себя виде лестница должна оставаться весь сезон. Контролировать это глава города требует от управления торговли и муниципального контроля. И даже намек на незаконную деятельность надо вовремя видеть и пресекать. Здесь была такая же клумба, как и там. Чего это она вдруг стала забетонирована? Давай сюда Вартованяна вызывай, пусть расскажут, что это за бетонная площадка. Завтра тут будут отторговать на этой площадке, как обычно. В благие намерения, оформленные в такую прочную основу, верится с трудом. Бетона здесь не должно быть. Вопросов нету. Придумайте любой вариант, есть поликарбонаты, что угодно, красиво сделайте, малую форму поставьте. Вот этого здесь не должно быть. Потому что здесь появится точка. Это 200%. Да ну что вы рассказываете? Точно так, как не было здесь ролет же. Их раньше не было, потом они почему-то появились. Там. Поэтому давайте примите нормальное решение, а для себя, чтобы этого не было. Готовиться к сезону начали и собственники объектов, расположенных на Нижней набережной. Глава также поручил проконтролировать все работы, что здесь ведутся, чтобы самостоятельность не переросла в самодеятельность, а на аллее в парке восстановить все вытоптанные газоны. Ремстрою, вот это все выбить и посадить тут дерево или елку. Хорошо, все. И вот это же был куст, его тихо-тихо выпиливают, а выпиливают, потом тут появится холодильник. Общая задача ясна. Места отдыха должны оставаться таковыми, а торговая деятельность ограничена до минимума. Победители муниципального и краевого конкурсов на лучший орган территориального общественного самоуправления намерены вложить более 1 000 000 рублей в инфраструктуру, в том числе отремонтировать участок улицы. Каждый активист-победитель надеется, что их почин поддержат предприниматели, депутаты, а также государственные и муниципальные бюджеты. Здесь проходят праздники для детей со всего микрорайона. Наталья Варламова считает, что это во многом повлияло на решение комиссии, которые определяли лучших в территориальном общественном самоуправлении города-курорта. Теперь в распоряжении жителей в общей сложности 250 тысяч рублей. Этот самый двор они планируют благоустроить, починить ограждение, установить тренажеры и обновить детскую площадку. Есть заявка на участие в программе «Комфортная городская среда». Здесь решили, что призовые деньги направят на софинансирование и надеются, что так бы быстрее выделят средства на их проект из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Мы заявку подали, и если мы войдем в эту программу, то к этим 250 тысячам, если прибавить еще денежные средства комфортной городской среды, то мы сделаем хороший, современный
уголок, отвечающий всем санитарным, эстетическим и другим требованиям. Ольга Пелюгова показывает участок улицы Новороссийская в станице Анапская. Если дождь проливной или затяжной, эта обочина превращается в небольшую речку. Прежде чем дойти до участка, где сохранился сток, вода подмывает край дороги. Асфальт разрушается, потому что те же автобусы, встречаясь, вынуждены разъезжаться по обочинам. Нужно строить капитальную ливневку с прицелом на то, чтобы расширить проезжую часть. В распоряжении местного территориального общественного самоуправления за победу в муниципальном и краевом конкурсах порядка 350 тысяч рублей. Смету еще не составляли, но денег явно недостаточно. Здесь надеются на помощь предпринимателей и депутатов. Может, даже пока временно отсыпку сделать, раз если ливневка будет уже, поток воды будет идти по одному руслу. А там пока хоть, может, отсыпку сделать, а в будущем уже асфальт сделать. Первое место на краевом конкурсе – 500 000 рублей. Сумма обязывает к решению глобальной задачи – капитально отремонтировать начало улицы Кати Соловьяновой. По словам Натальи Пономаревой, здесь уже давно не тупик, движение достаточно оживленное. Проезд гостевым домам, отелям, крупным санаториям. Некоторые предприниматели уже вызвались помочь. В планах не только обновить покрытие, но и сделать бордюры. Идея стала одним из стимулов бороться за победу. Добивалась все мои жители, весь мой квартальный комитет, и наши координаторы, кураторы, все. Потому что за дорогу, вот я уже последние 5-6 лет, мы не успеваем ее латать. У меня самое главное, чтобы на моем участке была чистота. Вышел человек из дома, смотрит, не надо, вот это мой дом, я только там подмету. Нет, вот, и дорога твоя, и все, что прилегает к дому, это все твое. Подмести, подбелить, сейчас будем деревья белить, субботник провели. Апрель – это вообще месяц субботников. Похожая позиция у всех, кто так или иначе занят в территориальном общественном самоуправлении. Любая точка приложения усилий рано или поздно привлекает единомышленников. А по итогам в конкурсе на лучший ТОС есть победители, но нет проигравших. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Родители детского сада номер 5 считают, что дошкольное учреждение, куда ходят их дети, безосновательно обвиняют в нарушениях. Инициативная группа решила отстоять репутацию садика. Жалобами на работу учреждения обратилась бабушка одного из воспитанников. По обращению анапчанки уже прошла предварительная проверка, и большая часть претензий действительно не нашла подтверждения. Тем не менее, спорная ситуация не разрешилась. С обеими сторонами пообщался наш корреспондент. Устали от скандала. Это общее настроение родителей, воспитанников и персонала. Кто-то пришел за детьми после работы, Мария, потому что узнала о приезде съемочной группы. У сестры трое детей ходили в этот детский сад. Очень нравилось. Она обрадовалась, когда узнала, что сын получил сюда путевку. Замечательный детский сад, потому что в первую очередь я вижу это по своему ребенку. С каким настроением он идет в сад, с каким настроением он приходит. Он у меня один из тех детей, который рассказывает. Он может рассказать, что произошло сегодня за день. Я обязательно его спрашиваю, как вас, что вы кушали, чем вы занимались. По мнению Марии, если бы произошло что-то существенное, то она бы точно об этом узнала. Елена Шабашова утверждает, что с ее внуком персонал поступил некорректно. В садике давали не целые фрукты, а дольки, что уже, по мнению женщины, неправильно. Более того, одна из нянь якобы пригрозила, здесь цитата, оторвать уши, если тот расскажет родителям. В жалобе еще с десяток пунктов, связанных с самыми разными аспектами, начиная от распорядка дня, заканчивая отношением заведующей к ней лично. Комиссия работала 2 дня. Кроме того, были направлены специалисты методической территориальной службы нашего управления, которые в течение недели наблюдали за проведением прогулок, за проведением образовательной деятельности в учреждении. Приезжал специалист Министерства образования Краснодарского края, который изучил документы нормативные детского сада, изучил образовательную программу сада, режим дня, график работы сотрудников, все циклограммы, личные дела воспитанников, то есть полностью всю документацию. Кроме того, также был сделан визуальный осмотр представителям. Представитель зашла на кухню, проверила по меню, сделала даже пробу продукта, и никаких нет замечаний, потому что там настолько достойно в детском саду, что претензий нет. Заведующая детским садом объяснила, фрукты режут на дольки, потому что по правилам детям положена строго определенная порция, иначе может возникнуть сыпь. Санитарное состояние пищеблока на постоянном контроле. Проверки проходят регулярно. Более того, недавно здесь сделали ремонт. Территорию детского сада стараются содержать в порядке усилиями персонала.
Я лично считаю, что это придираются именно родители и бабушка, да, когда на самом деле беспочвенно причем. То есть мой ребенок контакт находит очень сложно с людьми, особенно со взрослыми. Я ее не могу ни с какой няней оставить, ни с какими бабушками. В садик она всегда идет охотно. Это говорит о том, что здесь ей нравится, да, и здесь подходят к детям не просто как к работе, а именно душу вкладывают воспитатели. Елена Шабашова пришла на прием к начальнику городского управления образованием. Она намерена добиваться своей правды. Извинения заведующей, потому что она была не права в своем неправильном поведении. Да, что она признала, что у них есть ошибки, в общем-то, и что она неправильно с нами поступила. Претензии лично у нас, у нашего ребенка и у нас. А у других родителей, я не знаю, это их дело. В управлении еще раз внимательно изучат список претензий, дадут ответ в положенный срок. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа, регион. 22 марта Иван Машкара называет своим вторым днем рождения. Мужчина поступил в реанимацию города-курорта с инсультом. Квалифицированная первая помощь, точный диагноз и своевременная транспортировка в Краснодар позволили спасти ему жизнь. Как сейчас себя чувствует пациент, узнала наша съемочная группа. Упал, очнулся, реанимация. Так свою историю описывает водитель Иван Машкара. Еще 3 недели назад медики боролись за его жизнь. Инсульт, кровоизлияние в мозг. Такой диагноз прозвучал в стенах больницы. По словам Ивана Васильевича, проблем со здоровьем никогда не было. Даже давление, как у космонавта. В анапскую больницу его привезли коллеги. Здесь ему поставили точный диагноз, оказали всю необходимую первичную помощь. Именно это стало залогом успешной операции, которую уже провели коллеги из Краснодара. Тяжелая операция. Он сказал, как он мне сказал, прямо в глаза он мне говорил: Иван Васильевич, эти после такой болезни, если бы тебя попозже привезли, возможно, уже бы тебя мы ничего тебе не сделали. Ну, повезло в жизни, слава Богу. Спасибо врачам, что я могу сказать? Молодцы, молодцы все. Все-таки ругаемся мы на них, бывает, зря. Они чем могут, помогают, много помогают. Сейчас Иван Машкара проходит реабилитацию в анапской неврологии и ждет скорой выписки. Немаловажную роль сыграла своевременная транспортировка пациента. Однако главное – правильно диагностировать недуг. Всегда можно различить, в конце концов, у нас есть сейчас нейровизуализационные варианты, как компьютерная томография того же головного мозга, на которой просто можно увидеть. В городе-курорте есть все условия для своевременной диагностики. УЗИ сосудов головного мозга, компьютерная томография, а также аппараты для выявления сердечных патологий. Как признаются врачи, многое зависит и от пациента. Ведь регулярное посещение медосмотров и внимательное отношение к своему здоровью помогают предупредить опасное заболевание. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Фестиваль национальных культур прошел в ЦК «Родина». В Анапе в мире и согласии проживают представители свыше 80 различных народностей. Школьники города познакомились с творчеством разных народов мира – песни, танцы, обряды. Этот фестиваль прошел в настоящей атмосфере дружбы и взаимопонимания. Этот уже ставший традиционным фестиваль проходит в Анапе 4-й год. Организаторами праздника выступают Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания «Ратмир». Основная цель – знакомство с национальной культурой и традициями проживающих на территории города народов. Наглядно могут представители молодежи познакомиться с представителями наших национальных культур, которые проживают у нас на территории нашего города и, в принципе, в России. Потому что на сегодняшний день школьники очень многие не знают о том, что, допустим, есть такие национальности, как греческая культура, допустим, армянская культура. Они здесь могут наглядно с ними познакомиться вот в такой яркой, творческой форме. Не просто посидеть и послушать, а вот такими вот фестивалем, так скажем. Он ежегодно собирает очень огромное количество молодежи. Это около 500 человек приходят к нам в зал. В числе почетных гостей представители городской администрации, казачества, а также национальных диаспор – армянской, греческой, татарской. Школьники могли напрямую задать им вопросы и получить исчерпывающие ответы. Молодежь – это наше будущее. И сегодня, глядя на этот концерт, смотришь, что разных национальностей дети танцуют вместе, и они общаются вместе, и это
делает наш край, нашу Россию более сплоченной, что сейчас немаловажно в наше время. Но, пожалуй, самым ярким событием стал праздничный концерт, в котором переплелись казачьи песни и изысканные греческие танцы, а сама бытность грузинских обрядов гармонично дополняла армянские народные композиции. Яркие костюмы, непередаваемая динамика и экспрессия заставляли зрителей аплодировать артистам. В завершении фестиваля всем коллективам и вокалистам были вручены дипломы участников. Ансамбли «Казачья воля», «Ритмы гор», «Горгипия», «Ахпюр», а также солистки ансамбля «Соловейка» Кристина Снежко и Анастасия Бруханова получили заслуженные награды. Руслан Душевский, Анапа регион. В школьные каникулы дружина юных разведчиков отправилась в православный лагерь в поселке Джубга. Их организация действует с 1991 года и использует в своей основе скаутский метод. По словам их руководителя, обучение в лоне природы наиболее эффективно, поэтому они стараются как можно чаще отправляться в походы и ставить палаточные лагеря. Как юные разведчики готовятся к путешествиям, узнала наша съемочная группа. Скаутский галстук не только символ организации, но и незаменимый в походе предмет. Он может защитить от пыли и дыма, стать кузовком или даже крепежом для шалаша. Юным разведчикам стараются преподнести материал в игровой форме. Через песни, конкурсы, викторины они лучше усваивают материал и могут закрепить его на практике. Один из методов скаутинга, кстати, это воспитание на лоне природы. Вот, потому что считается, что именно на лоне природы ребята, дети раскрываются лучше, с ними легче работать, и они больше получают необходимых знаний. И самое главное, создается именно такая вот атмосфера для общения, укрепления дружбы. В Анапе действуют две группы разведчиков – дружины Горгипия и Анапа. Возрастных ограничений практически нет. Коллектив объединяет общие цели, интересы, а главное – желание творить добрые дела. У нас вообще организация, считаю, патриотическая, воспитывает патриотизм. У нас нет Павликов Морозовых, у нас и не будет таких. У нас именно дети никогда не предадут своих родителей, своего друга, свою Анапу, родину. Каждый участник может получить третий, второй и первый разряды. Всех новичков принимают под званием «белочек». Для того, чтобы подняться по ранговой лестнице, они должны сдать экзамены на практике. Основы выживания в природе – один из основных предметов. В игровой форме юные разведчики учатся вязать узлы, ставить палатки и находят множество применений привычным вещам. Разжигать костры, ставить палатки, чистить картошку. Мне понравилась вся эта энергетика, которая притягивает и дальше ребят в эту организацию. Полученные знания разведчики успешно применяют на практике в палаточных лагерях и походах. В копилке скаутов десятки грамот и множество фотографий из путешествий. Их команда бывала даже в Архызе и международном лагере Польши. А в весенние каникулы ребята побывали на территории православного лагеря в поселке Джубга. Это не последнее их путешествие. Уже сейчас скауты планируют расписание на лето. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион. Далее прогноз погоды на завтра. Партнер прогноза погоды – компания «Трансстрой». Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 11 апреля в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов, ночью прохладнее 12 выше 0. Ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь», предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи.
Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48-300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», Анапа, Самбурова, 254. Мы делаем спорт доступным.